Так, дернуть золотую цепь. Главное, чтоб ничего не смылось, как в унитазе. О, ворота открываются. Ну шо, мой первый день на сервисе, типа это, как его, открыт? О, первый корыто. Здравствуйте, мадемуазель. Ну-с, начнем осмотр. Начнем с лампочки. Так, вроде нормас, все с... Ой, нет, лампочка была поломана. Так, и вторая тоже поломана. Номерной знак нам вообще не нужен. Че у нас там под капотом? Ой-ой-ой-ой-ой. Мадам, вы в курсе, что у вас под капотом картох растет? Так, че у нас с маслом? Ага, масла нету. Че с поршнями? О, как дымит. Как говорил один мой моторист, если дымит, значит надо поршень удалить. Так, ага, о, головоломка. Чё с картохой-то делать, мадам? Наверное, я себе её заберу, на обед отведаю. Что это у нас тут за ядерные... это фильтр. Фильтр, мадам, на мусорку. Фу, пыльный какой. Так, ну что, я тут, в принципе, все проблемные места устранил, поэтому здесь всё. Лезем в салон. Сейчас найдем здесь до чего докопаться. Ручки. Ручки китайские, говянские. О, АЭС. АЭС. О, прохладненько как. Альпийская свежесть работает. Ладно, врубаем. Че у нас в бардачке? Рука! Ты че, маньячка? Че у тебя в бардачке моя рука делает? Так, это я заберу себе. По салону вроде... Ой-ой-ой, мадам, мне кажется, у вас в потолке дырень. О, нифига себе. Зашивать как бы надо. А это что за фигулина? Заднее колесо просили проверить, да? Сейчас разбортуем. Сдулось колесо. На мусорку. Господи, да это не машина, это рухлядь. Антенна не отрывается. Крутим наш барабан дальше. Точнее, назад. Надо проверить переднее колесо. Да чтоб... Все колеса спустили, а? Фу-фу-фу, я же сейчас тут отравлюсь этим газом. Надо прикрыть чем-нибудь. Эх... Картоха-то бы пригодилась. Жаль, я ее на обед отъел. Так бы еще в глушак ставил. Что бы вставить туда? Перцу! Перцу в глушак не влезет. Газу? Газу! Как говорится, добавим газку! Блин! Вот я тупица, что я делаю? Я ж не в то отверстие заливаю. Так, газ надо вернуть на полочку. Вот, еще пригодится. Стопоры не оторвать. В багажнике, надеюсь, нет тел. Тел нет, это хорошо. Значит, закинем туда... колеса. Ядрен батон, не закрывается. Так, значит, надо применить больше сил. Не работает. Слышь, очкастый, что с твоим колесом делать? Не влазит нифига. О, может так сейчас закроется. Прикинь, просто мастерски укомплектовал. Перфекто. Крутись, вертись, корыто. О, вот это место я знаю для чего. Короче, сюда перцу надо залить. Как говорится, дать машинке просраться. Погоди, или не перцу. Блин, фигово, когда три класса образования. Так, давай газку, может, попробуем. Газ для ящериц. Ну-ка, заправляется? Не вижу. Сейчас откроем, глянем. Да давай заливайся ты. Ну-ка. О, полный бак, огонь. Не, ну все-таки перчику надо добавить. Для остроты ощущений. Вот так. А, еще ж масло просили долить, сейчас дольем. Все смажем. Как же без смазки-то? Вот ты ж, когда яишенку делаешь, сковородку смазываешь с маслом. Вот и здесь тоже надо смазать. Ну и, конечно же, антифриз зальем. Антифриз зачем нужен? А чтобы машина охлаждалась. Без нее никак. Ну все, полный бак, как его? All inclusive. О! Да чтоб и здесь колесо спущено. Ну-ка дай газану. Ага. Что это за фигня? На кой черт мне эта печка здесь? А? О, нифига здесь прям космос. Ну-ка давай колесо запихаем. Левитация! Смотри, колесо левитирует. Офигеть, это НЛОшные технологии какие-то. Блин, наверное, столько радиации излучает. Давай-ка закроем лучше. Ой-ой-ой, я ничего не делал, сейчас бомбанет. А не, фух, пронесло. Чуть в штаны не наложил. Слышу, Саш, что это за фигня такая? Магическая. Так, ну-ка. Опачки! Что? А где колесо? Что? Маленькое металлическое колесо. Как это вообще получилось? А, погодь, это же на свисток похоже. Не свистит нифигашеньки. Так, кажись, есть идеи. Ну-ка. О!
Радионянь, чтоб ее. Теперь наша миссис очкастая будет таксовать. Ай да мастер, ай да молодец, вот это я и брюляху придумал, а. Главное, чтоб она теперь себе этим свистком лобаш не расфигарила нафиг. Чё? Какую-то дичь надо залить вон в ту фигулину. Так, я ее походу под капотом видел. Да, во. А чё залить-то? У меня даже таких склянок с вопросительным знаком нету. Ха. Энерджи! Огонь! Так, вот тебя-то мы и зальем. В себя залил, теперь в машину зальем. Так. О, пошла зелененькая. Так, блин. Баночку вот сюда. Но долив оставим. Прям смотри, идеальное место. Перфекто. Так, значит, надо партс выбрать. Ох ты ж, ёкарный. Вот это техника, а. Аж перец отвалился. Ну, не мой, а вон, бутылка упала с перцем. Ну и подарок от сервиса. Горшочек цветов под капотом. Во! Well done. Мадам, ваша машина готова. Ой, фак, дым синий из трубы идет. Так вас, наверное, рассчитать надо, да? О, ваш счет? Очуметь, 13500 баксов. Вот это счетчик намотал, короче, вот тут. Пожалуйста, заберите. И это, оплатите. Oh, thank you, human. Пожалуйста, пожалуйста, не угрухайтесь на этой тачке, а? Ой, фак, она без колес поехала! Короче-то, мадам ушаталась на тачке, меня теперь шеф учит, как работать надо. Вот, надо поменять эти поршни. Шеф, а что с поршнями-то дальше делать? Вам отдать? А, ну ловите! Клиент хочет тонировочку на фары. Сейчас мы ее замутим, значит, надо пулить чем-нибудь на фару. Во! Красная тонировочка. Зло. В какой бы цвет ее покрасть? О, желтенький. Все, кажись. Кобзда машине. И мне вместе с ней. Хм, а ничего вышло-то. Браво мне, браво. Че б захомячить-то? Что у нас здесь есть? О, пончики, банана. Хм, банан. Хм, какая вкуснища. Так, главное не мусорить мне здесь в сервисе. Вот, туда надо все кидать. А на кой черт здесь пустые банки? Блин. Так, надо их отсюда повыкидывать. Да сколько можно-то? Да что они тут появляются и появляются? Нафиг на мусорку все. Не нужен мне здесь хлам. Дырень-дынь-дынь. А! Да что ж за срач-то такое, а? Господи, кто это сделал? Слышь, ты, свинёт, посмотри, в каком состоянии у тебя тачка. О, ужас какой. Давай ему в бардачок. Сахар подкинем, его копы остановят. Попросят бардачок открыть. Он открывает, а там, хопа, и сахар. И все, приняли чувака. Ну, наконец-то я закончил. Мистер, вот вам купон на химчистку. Нельзя же свой автомобиль до такого состояния доводить. Как бомжатня на колесах. Так, вот ваш чек. С вас почти 6 тысяч долларов. Вот, пожалуйста. Пока-пока, приезжайте к нам еще. Так. Хм, я думаю, что здесь неисправны фары. Да, бинго, я угадал. Прогресс налицо. Один день работы в сервисе и уже чему-то да научился. Прям сход могу определить сломанную фару. Да, прям вон провода торчат. Так, блин. А какую фару-то ему поставить? Такую, что ли? Эх, зря выкинул предыдущую, теперь не знаю, что поставить. Ладненько. Сейчас эту вкручу. И вот такую вкручу. Две разные фары, одна из них точно подходит. О, сейчас еще затонируем и вообще огонь будет. Голубенькая фара, красотища. А эту сделаем полностью черную. Черное такси. Я теперь имею черное такси. Вот это я называю тюнинг. ЧТО у нас под капотом. Ага, фильтр надо поменять. Да легко. Так, где он? Вот он. О. О, продул! Все, теперь как новенький. Пришло время преобразиться. Спрячем нашу ржавчину под слоем голубой краски. Ну и все, ты посмотри, какая малышка. Так, значит, мне вот эта финтифлюха не очень нравится. Вот это вот. Ее на помойку. Дед плачет баскетболист, ладно. Так, значит, все делаем по технологии. Надо взять какое-то барахло и запихать его в печку. Ага. Так, значит, барахло. О, номерной знак подойдет? Да подойдет. По-любому подойдет. Так, значит, запихиваем его сюда.
И что-то надо еще. Ну вот баночку давай. Баночку закрываем. Как же она страшно шумит, а? Что, все, что ли? Открываем. Ничего себе! Вот это шайтан машина, а? Вот это аксессуары. Да блин, на этом бизнес можно замутить. Так, значит, что выбрать-то? А, давай банку влепим. Вот так. Как отбитый носорог. А ну-ка эту топорище. Мощно. Стильно. Но лучше банку. Пусть гоняет как отбитый носорог. А эту в подарок. Мистер, мистер. Вот разрешите я вас стырю кепочку. Точнее шляпочку. Она мне больше идет. Просто жму вашу руку. Спасибо вам. Все. Всего хорошего. Машину я починил. Чао, бомбито. Сейчас чек еще выпишу вам. С вас, пожалуйста, 4300. И в качестве бонуса я полью этот чек бензином. Вот. Это в счет вашей шляпы. Все, валите. Не будьте дятлом на дороге. Не стоит благодарности. Я сам от себя в шоке, что я сделал с вашей машиной. Ну все, без колеса поехал. Кажись, придется мне увольняться сегодня. Как я мог забыть поставить ему колесо? Сколько мусора. Надо было напихать ему все это в багажник. Теперь придется все это на своем горбу выносить. Ох, ладно, все, конец дня. Давай, Усач, покеда.